Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 17 апреля в Анапе ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 16 градусов, ночью прохладнее 12 выше 0. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов.